Здравствуйте. 18-й тур Белбет Первая лига в самом разгаре. В данный момент мы приглашаем вас, друзья, в вечерний Нижнекамск, где на своей домашней арене местный нефтехимик принимает столичное Торпедо. Этот тур, 18-й по счету, открывает второй круг чемпионата России среди клубов первого дивизиона. Сегодняшние соперники в текущем сезоне уже пересекались в рамках шестого тура. Тогда, в августе, отсчет сейчас пойдет, и игра стартовала. Матч очередного тура. Воспитанник «Динамо», играл за вторую динамовскую команду. Его возможности прекрасно знакомы Кириллу Новикову. Вот удар поворотом. Вот это уже дело. Вот это уже действительно выглядело как реальная угроза. Это было опасно. И здорово среагировал Егор Бабурин. Ситтиков играет слева. Вот момент. Удар поворотом. Ух, какой эпизод. Команда со своим болельщиком. Но не самые лучшие времена. Момент. Удар поворотом. Это Котов. С Глебом Шевченко. И вот момент. Положение вне игры. Этот гол будет отменен. Хорошую прострельную передачу Султан Джамилов выполнил. Забил гол Агалаков, но там был свисток. Я так понимаю, что был поднят флаг рефери. Может получиться хороший контрвыпад у москвичей в концовке. Идет уже 90-я минута. Удар за пределом штрафной. Мяч, по-моему, все-таки свалился с ноги. Последний миг у Георгия Гангадзе. Хозяева атакуют правым флангом. Они уже с мячом в штрафную. Здорово. И пробить бы. Удар поворотом с левой ноги, щекой. Да, был шанс попасть в верхний угол во время этого подключения у капитана нефтехимика Марата Ситникова. Но он промахнулся. Все внимание к этому эпизоду. Решающий миг встречи. Выше надо было подавать. Штрафной неудачно выполнен. И при выносе торпедовцев тут же останавливают игру своим свистком. Эту игру 18-го тура чемпионата России завершает Сергей Куликов. Команды старательно провели эту встречу, но забить не сумели. Ничья 0-0. Команды поделили очки.